Друзья, всем привет! Вот так у нас предварительный обзор на колоночку Mevo NDN 166. Колоночка новая, ток-ток получились, вжичок. Поэтому, друзья, говорю сразу, тут начинает говорить Hopstar не хуже. Есть похожая модель на Mevo Hopstar Party Box, по-моему, 130 она. Не брали в реализацию, объясню почему. Потому что она хуже играла, чем вот этот вот Party Box. Вот, который у нас и не есть, да? Коробка на белорусском языке, друзья, не забывайте. Мало ли кто-то вдруг думает, сказать, что это не по-нашему написано, поэтому на белорусском языке, друзья. Так, сейчас дождались новинки, что ожидали данную модельку. Она может немножко дороже, не намного, не то, что там с 5000 там, на 20. Нет, там может всего-то дороже, там, не знаю, там на рубль на 2. Но, друзья, во-первых, гарантия на нее есть. Во-первых, от нас гарантия, да, потому что Mevo продукт, который все-таки предоставляет сервис, предоставляет гарантию. Друзья, на Hopstar это чисто сугубо лично, знаете, как бы, можно сказать, от продавца 2 недели, как правило, дают, кто может месяц дает, да, ну и то. Если вы покупаете где-то там, например, можно потом вернуть, а если в случае потом в будущем, сразу говорю, на Hopstar нет, друзья, сервисных центров, не дают они гарантию просто. Вот нет конкретно, можно сказать, представительства по поводу данного продукта, да. То есть сам продавец может себе давать, в случае чего можете обратиться к нему, там же с ним решаете, да. Либо обмен, либо он в ремонт сдаст, вам сделает. Ну, друзья, говорю, так как есть. Просто сейчас задали вопрос, уже мне сегодня писали, там, человека 3 или 2, еще где-то я сейчас увидел в чате, где-то не помню, что... Она Mevo, то есть Hopstar, типа, не хуже, задали вопрос. Друзья, в чем отличие Hopstar? На внешний вид отличится, там, вот эти кнопочки, да, отличается панель. По звуку, друзья, ну, я не буду много говорить. Я не буду говорить, что Hopstar хуже, друзья, но не лучше. А не лучше в каком смысле? Во-первых, на Mevo есть гарантия. Во-вторых, сборка. Сборка гораздо интереснее. То есть все, пассивки все ровно приклеены, все хорошо, потому что Hopstar немножко гуляет это все. Здесь все четко, идеально. Никаких зазоров, никаких стыков, никаких вот этих здесь на резинках неправильно проклеенных. Клей не торчит, ничего не торчит, друзья. Не путайте, пожалуйста. Поэтому разница огромная. То есть в цветах на сегодняшний день MD166 Mevo идут вот такой. Желтенький с черным. Цвет достаточно красивый. Также она ставится, друзья, на штатив. Дальше, наверное, сегодня-завтра, не сегодня, завтра-послезавтра выкину ролик, там, как на штативе выглядит. Также у нас в комплекте будет идти в продаже, вернее, к комплекту данной системы будет идти штатив. Друзья, если будете брать у нас колоночку вместе со штативом, сделаем хорошую цену, друзья. Ну, то есть вам понравится. Так, по сравнению Hopstar, этому я сказал, поэтому... Еще раз повторяюсь, Party Box, который 120, да, он лучше играет по басистей, в отличие от Hopstar 130. Данная модель играет лучше, чем Hopstar, которая 130. Ну, на мое мнение, да, на, по чистоте звука и всему остальному. Единственное, что мне остается, будет сравнить данную Mevo MD166 вот с этим аппаратом. То есть и послушать, да, у кого есть бас, у кого есть частота более-менее звука. Поэтому, друзья, говорю так, как есть. Я не говорю, что Hopstar хуже там или это. Просто я вам сказал, еще раз повторюсь, гарантия, это раз. Соответственно, его у нас приобрели, соответственно, мы даем на это гарантию. Пожалуйста, вы к нам обращайтесь, мы этот вопрос решаем. Либо вы отправляете сервис, там решим. Дальше все разбираемся с вами. Так что не переживайте. Все, кто с нами работает, приобретал наш продукт, и все знают, как мы работаем. Нам все четко, друзья. Проблемы нет, мы решаем. Так, 2 микрофончика беспроводных. Также Mevo, вот такая вот коробка у нее красивая. Все написано по-нашему, друзья. Также инструкция, все по-нашему. Так, кратко пройдемся. 9 вольт 2 ампера, батарейка 22 тысячи мАч, 80 ватт 1, динамики 2 по 20, друзья. Вот, 120 выдает мощность. Все, вот ее параметры. То есть, получается, она идет 28 сантиметров на... Чуть неправильно. Короче, друзья, сейчас надо будет померить. Вес у него порядка 5 килограмм, там 4,5, если быть точнее. Давайте по размеру, что-то размеры, конечно, вот они как-то ошибочно написали, что-то я таки не понял. Так, высота у него 31 сантиметр, ширина у нее 26 и глубина 25, я уже мерил, так что вот так. Вес у него порядка 4,5 килограмм. То есть микрофончики тут просто вставляются как вставочки, поэтому... Имейте, друзья, в виду, для заказа все контакты указаны под данным роликом.
закрепленные в комментариях. Переходите, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там у нас распродажи, акции, ну, все как всегда. И, соответственно, там увидите цены на данный продукт. Под данным роликом в комментариях писать мы не будем, сколько стоит, потому что цены могут дешеветь, могут дорожать, все остальное. Вот, так что, либо для заказа пишите Viber, WhatsApp, Telegram, контакты также будут указаны, закреплены под данным роликом, либо ссылки наших партнеров на два интернет-магазина, там Авито-магазин и еще ссылка также наших партнеров тоже будут закреплены под данным роликом в комментариях, друзья. Так что спасибо за внимание, колоночка прикольная. Сейчас чуть немножко звук накручу. Распедалим по настройкам, распедалим, там разные треки подкинем, просели микрофоны, проверили, как они будут звучать. Друзья, вот такой был ролик предварительный. Дальше все покажу, расскажу, все будет в процессе. Так, друзья, пока не теряйте время, пока цена, не знаю, может подорожает. Не буду говорить, что да, пока, по крайней мере, вот такая будет цена. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram для заказа, либо ссылка на наших партнеров, там на Авито магазин, там еще ссылочка, еще на один магазин тоже наших партнеров. И посмотреть цены, подписывайтесь на телеграм-канал, все расскажу, покажу. Так что спасибо за внимание, друзья, до свидания.